Нет, 7 рублей.
5. А это будет. Ну, уже надо. Так, 4, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пожалуйста. Кирпичка и спички? Да, это будет 4, 8, 65. Хорошо. 10. А сколько стоят они? 74 копеек. Это кукурузные? Кукурузные. Да. Нам надо сказать, как я скажу, Ну, давай так. Подожди, я заставлю тебя. Так, 6. Thank you.
What's going on? That fucking is tender. No, stupid Irish. It's shut down. Huh? Okay.
по сумке покушаем. Thank you.
совсем кашенка. Ты здесь постоянно, да? Да. Ой, я сейчас буду. А я знаю, что. А что за то? Подошел, спросил. Вот такой нет. Я сяду. Вот сядешь, вот я вот. Ой. Где? Кто? Так же похож на Ленина, как я на Мао Цзэдуна. Осмелился 22-го прийти на Арбат. Ладно, ладно, понимаете? Гитлер, тебя сейчас убьют здесь. 9 мая, ты сколько? 2 миллиона заработал. 22 июня он на Арбате, представляете? Сами, но он будет бегать по всему полю, говорит, смотря кто у вас объектив, или вы сможете его схватить. Вот. Представляешь, они бегают по всему полю? Большая. Большая. Даже неплохо, чё. Давай, 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 давай. Ты руку держи, осторожно. Сейчас как с БМВшками закончим. Big money waste.
Катаемся. Полюбоводзе, они дыши за топ, им дали дали ход. За икмом. Меня фотографируют, что все раз, какой раз? 60. Чай, кофе, холодный напиток. Наверное, так сложно. Да, близко.
там. Это слушай, боги. 23 они проиграли. Нет, не на раз, два, три и не дали. Два края. И вот это все. Она имеет право менять. Надо за два пустые с вас получили. Три движения за вознаграждение. Лежать, блядь! Ремню не на радость! Так, по одному поднимаем, мы туда к стенке обманывала. Позиция, только нам было ясно. Поэтому мы должны четко... Вы поймите. Мне дали контактный телефон. Я его с удовольствием вам сейчас передам. Может быть... Ставьте место на кассете. Лучше взять сейчас, перегородите это движение. Специальный ответ Мавроди. Обращение президента МММ Мавроди к акционерам. Слушайте внимательно. К настоящему моменту стало ясно, что ситуация вышла из-под контроля. В сложившейся ситуации продолжать дальнейшую скупку акций бессмысленно. Руководство компании выработало ряд мер с тем, чтобы стабилизировать ситуацию. А именно,
с 29.07.94 курс акций МММ устанавливается равным 1000 рублей. Вызвать по микрофону кого-нибудь из руководства. Вызываем, просим, что Домовроди организовал. До 50 акций, один пункт. Около 10 человек, которые пошли по сами. Добиваемся, чтобы нам по последнему курсу обратили наш адрес. Вы стоите в очереди за обманом? Ну, как сказать, да. За обманом я не стою. Я стою. Если бы я стоял за обманом, понимаете, я бы здесь не стояла. Я стою за надеждой. Это ужасно, что происходит. И насколько серьезно, это никто не знает. Мы все равно рассматриваем все заявления. Комиссия все равно продолжает работать. И... Спасибо большое. Есть? Курва.
Старик. 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 Температура города Москвы большая. Руки прочь от Мавроди! Руки прочь от Мавроди! Руки прочь от Мавроди! Не знаю. Мне бы на работу устроиться вот. Пока. Это предел сейчас, да, счастья? Да в данный момент, да. Примерно так. А по большому счету? По большому. Но это такое понятие растяжимое. Счастье. Ну, все-таки вот хотя бы в материальном плане что нужно вам? В материальном? Денег, конечно. Да. Денег. Деньги не все, наверное. Хорошо, а сколько? Сколько денег? Денег? Так, ну... Для среднего человечка, так нашего, ну, надо иметь в год хотя бы 10 миллионов. В настоящее время, чтобы на работу устроить дочку, хорошее место. Нам пенсию и нормальную давали. Все, мы не можем жить. Все. Ну, чтоб богатым бы. Не знаю. Вообще ничего? Да. Совсем-совсем вы счастливы? Счастлив. Для счастья сейчас? Для счастья? Сложный вопрос. Что такое хорошо жить? Это вот вы сами решаете уже. По-моему, это нереально хорошо жить. У нас? Я в данный момент разочарована во всем. Спасибо. Только умирать. Одно. Вот эти два.
Нет, не снимайте, народ, не снимайте, ничего. Сколько? Сама такая. 250, да? Что это казалось? Ну и что? А деньги дадут? Так, 4, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пожалуйста.
Thank you.
сабли сметаны, слышишь? Thank you.
Thank you.
все.